Здравствуйте. Вы Иванова Елена Ивановна? Да. Я врач-терапевт. Мне необходимо провести у вас забор общего анализа мочи. И для этого необходимо провести катетеризацию мочевого пузыря. Вы согласны? Да. Обрабатываю руки гигиеническим способом. Будем считать руки обработанными. Убеждаюсь в том, что у меня все для манипуляции необходимое есть. Фурацилин, баночка стерильная под мочу, глицерин, стерильный набор, катетер, судно. Елена Ивановна, раздевайтесь, пожалуйста, и ложитесь на кушетку. Поднимите, пожалуйста, таз, я постелю впитывающую пеленку и судно. Сейчас необходимо будет провести обработку наружных полосок. Открываю стерильный набор, открываю фурацилин, открываю стерильный контейнер. С первой стерильной салфеткой. Обрабатываю паховые складки. Сначала первую, потом вторую. Выбрасываю в контейнер класса Б. Вот второй. Ту же салфетку. Фурацилин. Обрабатываю большие и малые половые губы. Направление сверху вниз. Контейнер класса Б. Беру третью. Обрабатываю анальное отверстие. Обрабатываю контейнер класса Б. Беру четвертую салфетку сухую и промокающими движениями выбрасываю в контейнер класса Б. Открываю катетер Мелатон. Стерильная упаковка, упаковка контейнера класса А. Беру стерильный пинцет. Зажимаю клюв на 4-6 см катетера. Заливаю глицерином. Раздвигаю. Завожу на 4-5 см до появления мочи. Открываю стерильную баночку. Первая порция мочи сливается. Средняя порция забирается в банку. Остальное в судно. Извлекаю катетер. Сбрасываю контейнер класса Б. Все, Елена Ивановна, процедура завершена. Можете одеваться. Снимаю перчатки, утилизирую контейнер класса Б, обрабатываю руки гигиеническим способом.